привет от старых щеблет. Вот это самое. Мопед мой ненаглядный. Белочка. Смотрите, такая беда. Наконец-то умер аккумулятор. И прям это обнаружилось. Знаете, как включаешь зажигание, а приборы слабо горят. Еле горит. Нейтралка, видите? А зажигание вообще не видно. Еле тлеет. Ну, если планета еще на таком аккумуляторе заведется, то Юпитер не заводится. Смотрите, у меня здесь есть прибор такой с этим. Он показывает вольтаж. Сейчас я включу его. Здесь включатель. И он показывает, сколько вольт. 10,6 вместо 12. Но при включении, смотрите, там 6 вольт, даже меньше. Вообще ничего не показывает. И мы сейчас попробуем запустить его на этих 6 вольтах. Сразу ярко стало гореть. Нейтралка. Вот сейчас газ буду сбрасывать, вытяну. Тух. Смотрим, сколько на оборотах. 13 вольт на зарядке. 13 вольт идет. Ну, там и 14 проскакивает. А на холостых вот 9 вольт, 8, 7. И вот наконец-то умер этот аккумулятор. Сейчас я вам покажу его. Вот такой он у меня. Здесь выключатель его есть. Вот так он крепится. Мне его когда-то подарили. Вот такой Робитон 12 вольт 9 ампер. Необслуживаемая, моя герметизированная, с клапанным регулированием. Вот, вот такой Робитон. Но прокатиться мне сегодня хочется, поэтому я иду к своему Уралу. И там стоит подобная аккумуляторная батарея. Сейчас я ее буду вынимать. Она похожая. Тоже подаренная мне. ЮАСа какая-то. Майдачина. 7 ампер часов. Там 9, здесь 7. Вот. Ей уже времени тоже много, но она заводила мой Урал. Сейчас посмотрим, подсоединим ее и посмотрим, что она нам скажет. Не то скажет, не то покажет. То же самое стоя ставим и подсоединяем. Ну вот так вот. Включаем, смотрим. 12,3. 12,2. Включаем зажигание. До 10 просаживается всего-навсего. Это хороший аккумулятор. Поэтому мы его закрываем. И на нем мы сегодня поедем с вами кататься. А этот я уже 2 раза пытался заряжать, но, видать, ему настал каюк. 12 вольт. Ну и посмотрим, как будет заводиться на 12 вольтах. Включаем зажигание. 10 вольт. Ох! На холостых не гаснет. 13 вольт. На холостых просаживается вот до 10 вольт.
хороший аккумулятор. Поедем на нем катнем. Всем спасибо. И всем пока. Ну, когда она сделана, тут где-то есть, наверное. Или было.